Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Так сотрудники госавтоинспекции с раннего утра на посту. Ведь в праздничные дни они пытаются задержать тех, кто забыл о правилах безопасности и сел за руль в нетрезвом состоянии. Акция «Нетрезвый водитель» – это постоянная профилактическая работа, направленная на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На этот раз проверка прошла на улице Талсинской. К сожалению, водители, граждане наши, выезжают на дороге зачастую в состоянии, не отвечающем требованиям, да, то есть либо после обильных возлияний с остаточными явлениями, да, алкогольного опьянения, либо в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Стоит напомнить, что именно грозит правонарушителю. Первым делом составляется протокол об административном правонарушении, а машину забирают на спецстоянку. Далее дело отправляется в суд, который принимает решение о лишении водительских прав. А вот если человека задержали не в первый раз, его ждет арест. Повторно уголовно наказуемое деяние, арест и 15 суток. Ну, либо там как судья примет решение, но минимум это административный арест и, соответственно, повторное лишение. Также в Щелково возле гипермаркета «Глобус» патрульные проверили наличие детского кресла у автомобилистов. Ведь безопасность детей прежде всего. В честь Нового года маленьким пассажирам вручили сладкие подарки. Мороза таким послушным мальчикам, которые сидят в кресле, мы дарим подарочки. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят водителей не терять бдительность в праздничные дни и соблюдать правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.